Трудоустройство выпускников – один из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность современных вузов. Именно поэтому в 2006 году при ННГУ имени Лобачевского был создан региональный координационный совет по вопросам трудоустройства выпускников и их адаптации к рынку труда. В его состав вошли специалисты 15 вузов и 38 предприятий региона. Цель общая, задача одна – это содействовать эффективному, удачному трудоустройству наших выпускников. Если это все свести к примитивному поиску работы, это совсем не так. Мы должны подготовить и выпустить на рынок труда профессионального специалиста. Очередное заседание совета состоялось в Нижегородском университете 11 февраля. Оно было посвящено студенческой ярмарке вакансий, а также вопросу общественной аккредитации вузов. Такая практика уже существует в ННГУ на двух факультетах – филологическом и факультете вычислительной математики и кибернетики. Рынок труда огромен, но востребован подготовленный, грамотный, высокопрофессиональный специалист. Поэтому какие нужны нести изменения в учебные планы, в учебные программы, как надо проводить практики производственные, практики преддипломные и так далее, как правильно взаимодействовать с работодателями. Вот основная тема сегодняшнего заседания. Особый упор мы будем делать на введение, возможно, дополнительных занятий, тренингов, мастер-классов по развитию компетенций у наших студентов и выпускников тех специальностей, которые, может быть, и востребованы на рынке труда, но ребята не всегда могут как-то быстро адаптироваться и найти себя. В рамках мероприятия участники заседания посетили медиа-центр ННГУ и оценили новые возможности студентов университета. Сейчас большая проблема, специалист выходит, он не знает практики, он не умеет работать на оборудовании, не знает, к чему подойти. Да, теоретическая подготовка сильная, практической нет. Мы купили самое новое оборудование для студентов. Вот именно для практических занятий.